ударим в атаку. Шастов, пас на Конова. Конов с мячом, возвращает мяч Шастову, и Шастов дальше назад на Шалин. Шалин находит Смирнова, но Смирнова мяч не добирается, хотя вот сейчас есть шанс Андрея Смирнова войти в штрафную площадь. Так, падение, пенальти. За нарушение против Андрея Смирнова. И сейчас будет предупреждение голкиперу команды футбольного клуба «Динамо Кострома». Итак, пенальти ворота «Динамо Кострома». В прошлом году штатным пенальтистом у нас был Максим Зимарев. Ничего не меняется в этом году. Максим Зимарев у мяча. Держим кулаки за Максимом. Артем Филь на линии. Максим Зимарев на линии штрафной площади. Арбитр просит никого не двигать в штрафную до штрафного. Итак, удар. Вы знаете, какая-то странная вратарская позиция была. Вратарь открыл весь правый угол, и Максим Зимарев, в принципе, этим абсолютно спокойно воспользовался.